пока обновляется пульт, у меня появилась идея. Если это видео наберет 100 лайков, то я разыграю свой Chromecast 2018 года, который, кстати, уже некуда. Столько HDMI-ов у меня нету. Для участия в конкурсе нужно всего лишь поставить лайк и написать в комментариях, что вы участвуете. Потом в рандомном порядке я разыграю между комментирующими свой Chromecast. И обязательно его вышлю в любой город, куда скажете. Всем привет! Наконец-то я с горем пополам получил свою Яндекс-станцию мини, вторую назовем ее. Не знаю, как она называется, Яндекс-станция мини, вторая версия. И очень ждал модуль, прям мне очень нравится пульт в нем. Само Яндекс-ТВ так себе. Мне даже больше нравится Салют ТВ, чем больше Яндекс ТВ. Но тем не менее, это модуль. У нас есть Sberbox Top от Сбера на своей платформе. И вот сейчас будем сравнивать. Ну, во-первых, откроем, посмотрим. Я вот прям не знаю, что я больше хочу открыть. Естественно, модуль для меня прям вообще. У меня есть большая станция, маленький Ирбис. Прям вот модуль хочу в первую очередь открыть. Давайте посмотрим, из чего состоит. К магниту прилип. Да, здорово, здорово, классно. Три блока. Все это тут. Идем дальше. Эх, пульт. Ну что, очень солидно, очень классно. Прям здорово. Такая вот инструкция. Да, по-хорошему надо читать инструкцию, но мы, как всегда, не читаем. И по мере того, насколько это хочется, прям пульт огонь. Ладно, пока снимать не будем, потому что, скорее всего, это будет на кухне, там, где все плохо. Да. Круто. Очень-очень круто. Нет, наверное, придется снять, потому что что тут батарейки. А, батарейки, может быть, стоят. Угу. Нормально. USB Type-C. Наверное, здесь либо сброс, либо микрофон. Не знаю, наверное, не микрофон, все-таки сброс. HDMI. Наконец-то хоть не такое все огромное. Чего, интересно, просто чтобы это было и прилипло. Угу, хорошо. Какая
Интересно. Впервые такое встречаю. Молодцы. Провод довольно-таки жесткий. Ну, ладно. Хорошо. Длина его очень хорошая. Ну, наверное, метра полтора не меньше. Говоришь. Ну, как-то так. Подключаем. Поехали дальше. Яндекс-станция мини второй версии с часами. Я заказывал черную. Хотя вот мой опыт говорит о том, что светлые, ну, меньше на них видно какую-то пыль хотя бы, если, допустим, пыль села. Эльдорадо М-видео. М-видео говно, больше никогда не свяжусь с ними. Доставка была с 20 числа назначена за 3 недели до доставки. Доставляли 3 дня. Это ужас. Открывайте это внутри. Хоп. Смотрим сразу. Станции гораздо больше. Блок. Ну, такая себе большенькая. У меня не было ни лайт, не было ни мини. Вот решил сразу такую с часами взять. Это питание, это AUX, это отключение микрофона. Это такая штучка. Кнопка громкости, минус, плюс, микрофоны. Питание похоже на Google Home. Потом попробуем по характеристикам. Похоже, нету здесь никаких характеристик. А нет, есть что-то. Тоже метр 20. Давайте посмотрим, что здесь. Включаю, хотите спою, богатый внутренний мир, сотрясаю воздух. Так, услышь мой голос, живи с Алисой. Да, больше же жить не с кем. Маленькая, зато громкая. Нет, дружи только со мной. Хорошо. Подключаем.
Так, первое включение. К сожалению, подключить мы не сможем, потому что записываю на телефон. Ничего себе. Блин, не лезет. Ладно, тушим свет. Итак, первое включение. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри вашего устройства и сейчас расскажу, как его настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс или обновите его до последней версии. Затем откройте приложение, выберите в меню пункт «Устройство» и следуйте инструкциям. Как только вы закончите настройку, мы с вами сможем поговорить. Но не раньше, так что немного терпения. Ну, я так понимаю, все. Теперь подключаем к телефону. Пока обновляется пульт, у меня появилась идея. Если это видео наберет 100 лайков, то я разыграю свой Chromecast 2018 года. Который, кстати, ну, уже некуда. Столько HDMI-ов у меня нету. Для участия в конкурсе нужно всего лишь поставить лайк и написать в комментариях, что вы участвуете. Потом в рандомном порядке я разыграю между комментирующими свой Chromecast. И обязательно его вышлю в любой город, куда скажете. Итак, ставим лайк и пишем в комментариях, что вы участвуете. Комментарий может быть любой. Так, я сейчас буду входить в свою учетную запись. Странно, что на компьютере написал, что устаревший код. Начинаем. Так, фильмы, сериалы, музыка на один год в подарок. Не знаю, получить подарок. Давайте пока нет, потому что я еще не знаю. Может быть, я к другому аккаунту привяжу. Давайте позже. Подарок можно получить после завершения настройки в профиле. Продолжить. Финальная проверка. Пульт подключен успешно. Давайте проверим, как он работает с телевизором. Работают ли кнопки плюс-минус. Нажимаем плюс. Работает. Да, это громкость на телевизоре. Минус тоже работает. Ну, все, только эта кнопка. Все работает. Ой-ой-ой, как тихо. Канал и вообще буду очень полезным. Посмотрим что-нибудь. Надо в пульт говорить. Посмотрим что-нибудь. Что, нажимать надо? Посмотрим. Нет, пульт пока что-то никак. Нажимаю ОК.
Вот так вот. Подгружается страница. Сразу попробую с помощью пульта. Так, пульт видно, да? Да, пожалуйста. Пульт от телевизора тоже все хорошо смотрится. Здесь мы видим YouTube. YouTube давайте посмотрим. Ну, скорее всего, в аккаунт нужно входить. Пока без аккаунта это выглядит вот так вот. Тоже пользуюсь пультом от своего телевизора. Кнопка назад. Так. Ну, я, наверное, буду все-таки Яндекс.Пультом пользоваться. Так, ТВ. Вы можете это увидеть. Так, что там федеральные? Федеральных у нас 3 канала. Спас, который я никогда не смотрю. Звезда и Мир. Ну, давайте Звезду включу, чтобы посмотреть, как это все идет. Оперативное время. 0:00. Ужасный звук. Сейчас здесь массовое скопление техники. Да кто ж тебя просил-то так кричать? Опять куда-то с кем-то воюем. Так, новостные. Я по всем каналам ходить не буду, но как бы вот посмотрите только то, что видно на экране. Познавательные, детские, развлекательные, музыкальные, спортивные. Вот такие вот каналы есть. Теперь вкладка фильмы. Ну, вкладка фильма, понятно, что с Кинопоиска подтягивается. Вкладка сериалы. Ну, на телевизоре 4К очень хорошо все. Мне прям нравится пока. Как попасть сюда в рекомендованные, я даже не знаю. Ну, видимо, тут миллионники только. Мультфильмы вкладка и музыка. Вот хочу вам сразу сказать. Если вы подключаете модуль и колонку, как в пару, да, тандем, там, я не помню, как это называется, то у вас вкладка музыка выпадает из модуля. Я не хочу этого. Пускай, ну, кому-то, естественно, может быть, надо это, может, кто-то там со звуком что-то улучшает или еще как-то по-другому слушает. Но мне точно не нужно тандема это. Так, ну, я так понимаю, нажимаем ОК. О, Алиса, что ты умеешь? Да я не тебя спрашиваю. А, так, я тут не двигаюсь. Это просто. Вот так. Ну, давайте, наверное, все-таки попробуем. А, так, я звук, наверное. Так, звук я приглушу. И попробую нажать премьера. Да, звук я выключил. Ага, все играет. Качество звука я не буду показывать. И как бы для того, чтобы не было бана на YouTube. Алиса, стоп. Играет там. Так, а это я сказал Алисе, которая колонка. Отсюда мы выходим. Я пользуюсь пультом от LG. Ну, кстати, да, надо его положить и больше не трогать. Все. Дальше идем. Это кнопка Алиса, понятно. Это кнопка профиля. Во! Мы можем добавить пользователя. Отлично, отлично. Посмотрим. То есть у каждого пользователя может быть свой аккаунт. Это здорово. То есть каждый переходит из себя. Ну, то есть свой профиль. Это здорово. Хорошая вещь. Так. Теперь. Видимо, приложение. Опа, 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 заскакали. Они еще не скачаны. Вы видите стрелочки, да? Которые... Это не скачано, это не скачано. Ну, то есть, никакие. Мне очень нравится это. По крайней мере, чем я лично пользуюсь. Так, давайте перейдем.
Я пользуюсь Око. Отлично. Я пользуюсь Премьер. Это отлично. СПБ ТВ я тоже пользуюсь на своих приставках. Смарт пока нет. Твигл. А кто помнит, Твигл показывал, если заменить DNS, то Твигл может показывать Fork Player. Это было, правда, так давно. Обязательно нужно это попробовать. VLC. VLC может транслировать в локальной сети любое видео. Это тоже здорово. То есть обязательно скачаю. Wink я не пользуюсь. NTV смотрю. И оно здесь как отдельное приложение. ОРТ тоже первый канал. Оно, наверное, уже не называется ОРТ, да? То есть это отдельное приложение. Окей, неплохо. Сколько у нас получилось приложений? Так, 4 на 5. 20 приложений. Ну, очень здорово. Кстати, это гораздо лучше, чем Сбер. Мне уже нравится. Это очень хорошо. Так, что мы еще где были? Настроечки давайте посмотрим. Сеть, понятно, выбираем. Аккаунты. Аккаунты, ну, как я и говорил, добавить аккаунт можно, да? Приложения. Все приложения. Показывать системные. Алиса, накопитель. Алиса, громкость 6. Алиса. Ну, вот так вот лучше. Так, все. Еще какие это системы. Стоп. Вот такие системные приложения. Так, ну-ка давайте зайдем в Алису. Остановить, отключить. О, даже отключить Алису можно. Удалить данные, кэш, уведомления. Ну-ка давайте посмотрим на разрешение. Местоположение, микрофон. Ну, понятно. Ну, наверное, пока все, да? То есть установленное приложение Кинопоиск сразу устанавливается. Хорошо. Экран. Настройки экрана. Разрешение 60 Гц. Ну, это, видимо, то, что поддерживает или не поддерживает ваш телевизор. Масштаб. А, масштаб, понятно, можно двигать. То есть увеличить, уменьшить. Ну, я не знаю, здесь, по-моему, настроилось идеально, поэтому не стоит. Динамические. Есть Dolby Vision и есть HDR. Цветовой формат. Так, как бы я все-таки на всех устройствах ставлю самое, ой, самое верхнее. Ну, я особо не, ну, не знаю, что попробовать обратно. Почувствуем разницу. Да нет, не чувствуем разницу, но тем не менее я ставлю самое верхнее. Так, все, настройки, о, автоматически изменять настройки экрана, а для чего, ну давайте попробуем. Не знаю, пока нет. Ладно, ну, кстати, надо разобраться, посмотреть, чем там отличие. Автоматические настройки. Это я позже сделаю. Так, об устройстве. Обновление системы. Проверяем обновление. Вот такая текущая версия. Окей. Обновление пульта. А, настройки ИК пульта. Так, давайте посмотрим. А, ну это тот же самый пульт, все понятно, все. Название устройства.
О, отлично. Можно изменить. Отлично. Мы сотрем. О, вот так предустановлены. А если я хочу свое изменить? А, ввести другое название. Да, то есть мы можем любое название. Телевизор в спальне пускай будет. Перезагрузить статус. Статус вот такой. IP, MAC адрес, Bluetooth адрес, серийный номер. Время с момента включения. Прикольно, 23 минуты. Отлично, посмотрим. Юридическая информация, понятно. Модель, версия Android 9. Обновление 5 февраля, версия ядра и сборка. Ну, вот так вот. А, дальше идет. Настроек гораздо больше. Ну, здесь автоматически. Ладно, хорошо. Язык. Только русский. Хорошо. Может, ну ладно. Ждемая сек. Включено все, громкостью все это действует. Звук. Системные звуки. Ну, не знаю, пока нет. Хранилище. А вот смотрим, да, общий накопитель места 25 гигабайт. Вот так распределяются у нас пока приложения. Какие? Только одно, да? А, все приложения. Ну, то есть мы были здесь. Фото 0, все 0, прочее. Вот, кстати, надо запомнить данные, как только при первом включении. Потом посмотрим, будет все занято. Так, заставка. А, то есть да, видеозаставка. 15 минут бездействия, можно 5 минут, 32 часа. Отлично. Включить, давайте посмотрим. Видеозаставка. Ну, неплохо, неплохо. Отлично. Так, а какой есть другой вариант? А, отключить экран и все. Ну ладно. Да лучше Яндекс.Диск был и свои фоточки подтянуть. Хорошо, с заставкой разобрались. Специальные возможности. А, нет, высококонтрастный нет. Сброс, понятно. Помощь. Ага. Отправить отчет об ошибке. Неплохо, прикольно. То есть сразу отправил ваш ID такой-то. Хорошо. Такие были настройки устройства. Ну что, будем пользоваться, смотреть. Обязательно расскажу, когда пройдет первый месяц. Обязательно будет видео. На этом, наверное, все. Подписывайтесь, те, кто не подписаны. Если хотите участвовать в конкурсе, ставьте лайки. Пишите комментарии. YouTube, стойте. Самое главное, какое разрешение YouTube? Мне нужно 4К. Так, введите запрос. Давайте с помощью микрофона. 4К видео. Это что было? Это что был ответ? Хорошо, а что нужно делать? 4К. Это что такое, ребята? Ужас. Ладно. Да я не пойму, что я должен делать? Нажимать на микрофон? Да нет, я не должен нажимать на микрофон. 4К видео. Какой ужас, ребята. Это жопа. Он вообще не ищет с помощью микрофона. Ну, либо я делаю что-то не так. Кто знает, расскажите. Вот это да. Эй, началось. Ладно, ищем так. Вон появилось.
Ну давайте. Да, давайте. Да. Ну, у меня телевизор не 8К. Давайте посмотрим, что видно в настроечках. YouTube премиум. Понятно. Реклама. Пропустить рекламу. Ха-ха! Это что такое? Так, каналы, титры, другие. А, ну да, 4К, ребята. Пусть даже авто, но это хорошо. Это здорово. То есть вы можете выбирать. Все хорошо. По умолчанию, значит, все такое и стоит. То есть, если у вас достаточно, ну, посмотрим, да, как это видится. То есть, вот таким образом это видится. Хорошо, отлично. Ну и давайте не забудем найти. Да, достаточно ввести 4 буквы, и вы можете найти меня. Вот таким образом. Можете. Да, кстати, очень хорошее видео. Как перевести видео на телефоне с английского онлайн. Это хорошее видео. Все. На этом наконец-то все. Всем спасибо. Пока.